Ульяна в этом году с успехом окончила среднюю школу в 4-й гимназии. Несмотря на юный возраст, девочка уже придерживается активной жизненной позиции, состоит в Одинцовской волонтерской организации и с удовольствием принимает участие в различных мероприятиях. Сегодня она вместе с одноклассниками вызвалась помочь с благоустройством школьного двора. Мы почищаем нашу территорию нашей любимой школы, чтобы когда мы пришли 1 сентября в эту же школу, нам было приятно смотреть на нее. Так как мы понимаем, что мы занимались этим, то, что мы сделали очень хорошую работу для себя и других людей. Уборка территории, обрезка кустарников, опил сухостоя, оформление и благоустройство клумб. С работой дети справляются слаженно и дружно. Помимо помощи любимой школе, это еще и хорошая возможность весело провести время на свежем воздухе, пообщаться с друзьями и завести новые знакомства с учениками из параллельных классов, признается Ульяна. В трудовом отряде у меня 15 человек ребят. Уже не первый год у нас на базе гимназии 4 существует трудовой отряд. В этом году тоже 5 девочек и 10 мальчиков. Ребятам, в общем, нравится. Очень нравится в этом году. Собрался как никогда дружный очень коллектив. Есть ребята, которые уже не первый год, и, соответственно, они своих одноклассников тоже привлекли к этому. Некоторые из учеников доучиваются последний год, но школу, в которой прошло их детство, считают вторым домом. Хочу, чтобы когда я буду учиться в 9 классе, последний год, в любом случае, буду на программиста идти учиться. А хочу, чтобы это был последний год самым насыщенным. Основная задача таких отрядов – научить подрастающее поколение дисциплине и совместному труду. Так ребята могут попробовать себя в полезной для общества деятельности и даже заработать при этом немного денег на карманные расходы. Полина Толмачева, Артем Ломоносов, Ферит Харидинов, телекомпания «Одинцова».